Приветствую, дорогие друзья! В Риме над Ватиканом уже неоднократно видели самые разные странные летающие объекты. Иногда их удавалось сфотографировать, но полученный в этот раз снимок действительно можно назвать уникальным. Впервые очевидцам удалось заснять НЛО оранжевого цвета, который имел форму диска. Именно такой объект в этот раз заметили над Ватиканом. Стоит отметить, что турист сделал эту оригинальную фотографию еще в 2007 году. На нем можно рассмотреть непонятный объект насыщенного оранжевого цвета, который очень сильно напоминает классическую летающую тарелку, к которым все уже успели привыкнуть, но только несколько дней назад автор решил рассказать о своем фото. Он рассказал о том, что видел, и прислал фотографию на американский сайт уфологов MUFON. Автор рассказал о том, что в тот день он фотографировал самые разные достопримечательности, которых в Ватикане очень много. Делал он это на смотровой площадке Римского холма, который получил название Пинчо. Во время съемок достопримечательностей турист не замечал, что в небе есть что-то необычное. Стоит отметить, что ничего не заметили и остальные туристы, которые находились рядом. Автор фото начал рассматривать сделанные ранее снимки только после того, как вернулся к себе домой в США. На одном из них он заметил кое-что странное, что нельзя было назвать случайным дефектом или же простой помаркой. Большинство уфологов, которые ознакомились с сообщением автора фотографии, рассказали о том, что дисковидные НЛО яркого оранжевого цвета – это достаточно частое явление для Центральной, а также Южной Америки. Если же говорить о Ватикане, то подобное в этом случае наблюдается первый раз. Турист также добавил, что диск имеет достаточно большие размеры. Если учитывать масштаб тех объектов, которые присутствовали на фотографии, и не забывать о высоте, на которой сделан снимок, то диаметр данного объекта составляет примерно 20-30 метров.